два точных положительных заряда, Q1 200 нанокулон и Q2 400 нанокулон находятся в вакууме. Определите величину напряженности электрического поля этих зарядов в точке А, расположенной при мной нижнезарядном расстоянии L от первого и 2L от второго заряда. Ну что ж, эта задача непосредственно то название того, чему равняется напряженность электрического поля и как она будет направлена в случае положительных и отрицательных зарядов. Запишем условия. И внимательно еще раз почему задачу. Любая задача по физике требует внимательного чтения. Для два точных положительных заряда Q1 и Q2. То есть у нас есть два положительных заряда, да, Q1 и Q2. Все в нанокулонах измеряется. Так, Q2 непосредственно равняется 400 нанокулон. Определить величину напряженности электрического поля этих зарядов в точке А. То есть ее надо найти. Еще задано, расположено на прямой соединяющей заряд на расстоянии L от первого и 2L от второго заряда. То есть у нас есть L 1,5 метра. Рисунок уже построен, поэтому начинаем размышлять. Когда мы имеем напряженность поля, и приступаем сразу к решению. Решение. То просто вспомним эту формулу, которая задает напряженность электрического поля. Она задает следующее выражение, как E единица на 4π, эпсилон нулевое, Q, R квадрат, вектор E единичный. Важным при решении задачи окажется знание, чему равняется величина. Я сразу ее запишу, она равняется 9 на 10 в 9. Так, метр на фарад. А теперь приступим непосредственно к тому, как направим наши вектора. Когда заряд положительный, то вектора будут направлены от него. То есть вот так вот для Q1 и вот так вот для Q2. А теперь следует, что E полное в нашем случае будет равняться как E2 минус E1 по модулю. Выбираем направление, ну, соответственно, вот в этом. Это существенно не играет роли, потому что если у нас даже получится отрицательная напряженность в поле, то мы все равно найдем ответ. Вот и все. Главное, чтобы по модулю все было, допустим, у нас было правильно. Так. Мы приступаем непосредственно к расчету. Единица на 4π эпсилон нулевое. Теперь пишем. Q2. То есть Q2 на R2 в квадрате. То есть Q2 на R2 в квадрате это на 4L квадрат. Минус Q1 на просто L квадрат. Это у нас будет равняться все 9 на 10 в 9 на деленное на 1,5 метра в квадрате (10 − 9) на нанокулон всяких вытаскиваю. Вместо Q2 поставляю 400 и делю на 4. То есть вот это вот. Нанокулоны я уже учел, то есть я вот 10 − 9 непосредственно. То есть получаем 100 минус Q1 минус 200. Вот, это равняется минус, соответственно, 100. Если взять, сокращается, получаем 9 на 100 с минусом, деленное на 2,25. Как я уже заметил, минус, по сути, для нашего решения, для ответа на этот вопрос не важен, просто он указывает на направление.
Это будет равняться в районе 900 на 2,25. Что-то мне подскажет в районе что-то минус 400, или просто, если мы берем, по-моему, просто 400. Ну, как я считаю, я беру, примерно делю, допустим, 1000 на 2, это примерно 500, и еще там надо помешать, ну, тут счет 400. Ну и смотрим, что у нас ответ 400 вольт на метр. Получается, задачу мы решили. Спасибо за внимание.